Итак, мы в Абхазии, приехали в настоящую святыню, это практически паломничество. Мы приехали в город Новый Афон, это монастырь в честь святого Пантелеймона. Он был основан в 19 веке в честь святого Пантелеймона, и сейчас он принадлежит православной абхазской церкви. Сейчас мы зайдем в собор этого святого Пантелеймона, и там есть чудотворная икона, к которой нужно приложиться, и она исцеляет от многих страшных болезней или хотя бы улучшает состояние. Сейчас мы зайдем и посмотрим, где это. Вот мы вошли внутрь. Вот такой он собор. Он, видимо, не реставрировался. Старинные фрески, старинные картины. Большой, конечно, красивый, величественный. Купол прекрасный, снаружи он золотой. Это собор на территории этого действующего монастыря. Это мужской монастырь. Вот это собор святого Пантелеймона. А вот как раз, где большая очередь, это куда нужно прикладываться, чтобы излечиться от разных болезней. Мы сейчас тоже в очередь встанем и здесь сделаем. Вот оно, налево от входа. Можно в церковной лавке приобрести свечки. Они стоят от 20 рублей, 20, 50 и выше. И поставить их тому святому, какому вы хотите. Так многие делают. Вот именно эта икона считается чудотворной иконой святого Пантелеймона. Ее нужно просить об исцелении. Это самая главная икона этого монастыря. А вот здесь находятся лавочки, то есть здесь можно сидеть в этой церкви, не так, как у нас. Можно сидеть и удобно, примостившись, слушать проповеди, службы и так далее. Вот. Вот эта часть этого собора, видимо, реставрировалась, потому что очень новая, яркая, красивая. Будем надеяться, что и остальная часть монастыря будет отреставрирована. И вот эта часть тоже выглядит очень хорошо, очень привлекательно. То есть я думаю, что здесь, наверное, начались какие-то работы по благоустройству, по реставрации, потому что некоторые части церкви выглядят очень даже хорошо. А некоторые вот выглядят очень внушительно, впечатляюще, но требуют какого-то вмешательства извне, чтобы все это привести в более такой красивый первозданный вид. Очень красивая церковь, собор в Новом Афоне. И вот мы вышли из самого собора. Это сама территория этого действующего мужского монастыря. Она довольно большая. Здесь с одной стороны, посмотрите, какая огромная часовня. Купола позолочены, вот отреставрированы. В общем, довольно большой действующий монастырь. И самое главное, это его чудотворная икона. Там прямо была огромная очередь. Вот и все, дорогие мои. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, заглядывайте в ссылки в описании. С вами был YouTube-канал Тутси, и я рассказываю вам об Абхазии.